Здорово, чат. Здорово, подписчики канала и друзья именно Казоку Фэмили. С вами Денис Кочерга. Вот, и я вам просто хотел сказать, что канал я создавал для души. То есть для того, чтобы люди смотрели, и им было интересно смотреть кое-что определенное. Иногда на аниме тематику, иногда на музыку, на фильмы какие-нибудь моменты, клипы также и игры, естественно. Поэтому все делается от души. Не то для того, чтобы типа там крутануться, да, там как другие остальные люди, а просто потому что мне это нравится делать. Показывать вам. Я живой человек, поэтому если что, будут какие-то определенные вопросы, пишите мне ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, также приглашайте друзей, кто увлекается всем, ну, играми, фильмами, аниме. Также иногда даже добавляю музыкальные клипы интересные. Вот. Так что я сейчас перед вами. Реальный человек, у меня сегодня выходной. Вот, но там проблемы с компом определенные возникли. Надо будет их решать. Поэтому не знаю, планирую сегодня, наверное, прогуляться. Снимаю с телефона, чтобы потом добавить видео. В остальном плане я музыку слушаю, книги читаю определенные. Поэтому, если что, не стесняйтесь, добавляйтесь, задавайте вопросы. Я просто камеру поставил на ноут. Сейчас отображается ноут. Вот. И поэтому вот как-то так получается. Я с вами. Всегда такой добрый, позитивный чувак с юморком. Да, бывают иногда, типа, матерые выражения проскальзывают, но, понимаете, друзья, это сделано не для того, чтобы, типа, показать, что это быдло контент, да, там, типа, гоп-стоп, вышли из-за угла. Нет, просто такие моменты, ну, иногда кажутся реально смешными, забавными, потому что иногда, типа, ругаться, типа, ой, я споткнулся, ой, меня убили. Это не так эмоционально и чувственно движется, когда ты показываешь именно действительно настоящие чувства и эмоции во время игрового процесса. Вот как-то так. Так что с вами канал Казоку Фэмили. Будут вопросы, задавайтесь. Извините, если лампа отображает, короче, сзади. Вот. Мне просто удобнее было именно записывать так. Так что, если что, не стесняйтесь, задавайте вопросы, я на них с радостью отвечу. Я реальный человек, вот, с которым вы можете пообщаться. Просто изначально единая цель Казуку Фэмили была в плане объединения творческих и талантливых людей. Вот. Я надеюсь, вы поняли. Так что с вами спишемся. С вами канал Казуку Фэмили. Всем до встречи, дорогие друзья. Всем пока.